я, Сулейман, сын султана Селимхана и Хафсы Валиде Султан, десятый повелитель Османского государства. Властитель сефевидов, египетских мамлюков, Сирии, Палестины, Мекки и Медины, Великого Шелкового Пути, морей и пустынь. Единственный хозяин огромного Османского государства. Я, Сулейман, я поклялся нести знамя своих великих предков во все земли империи. Я поклялся обеспечить покой и справедливость для моих подданных. Я поклялся принести мир, веру и изобилие во все земли, куда ступала моя нога. Достопочтенный дож, когда объявили, что султан Сулейман отправится в поход во главе своей армии, никто не мог поверить в это. Говорили, что пожилой и ослабший падишах больше никогда не встанет на ноги. Но великий турок всех удивил. Весь мир ужался хоронить его. Он же, как во времена своей молодости, с подобающей пышной церемонией, вместе с армией покинул дворец.
Константинополь стал свидетелем Великого дня, как в старые добрые времена. Народ высыпал на улицы. Все говорили, что падишах в своем белом кафтане похож на сияющий минарет. Народ провожал великого турка с неописуемым воодушевлением и почетом. Султан Сулейман, который за время своего правления завоевывал земли на востоке и западе, еще раз доказал, что он великий полководец. Султан Сулейман все еще остается большой угрозой для всех государств. Война неизбежна. Мы должны быть начеку. Нужно объединиться. Заприте ворота городов. Готовьте войска. Молитесь. Сулейман Великолепный бросил вызов смерти и идет навстречу своим врагам. Подожди. Сейчас мы должны двигаться дальше. Болезнь может подождать. Я отдохну, и все пройдет. Как прикажете, повелитель. Земун, близ Белграда. Повелитель, князь Трансильвании Сигизмунд Заполье ждет аудиенции. Хорошо. Султан Сулейман хан хазретлери. Сигизмунд Заполье отныне будет князем Трансильвании. Он всегда может рассчитывать на мою поддержку. Каждый день я молюсь за вас, великий падишах. Если бы не вы, меня бы сейчас здесь не было. Я обязан вам каждым своим вздохом, великий император. Это честь для меня — преклонить колено перед императором, имя которого, как и имя Александра Македонского, не будет забыто. Мой любимый сын Сигизмунд, когда я последний раз видел тебя, ты был еще совсем маленький и сидел на руках у своей матери.
Теперь ты стал отважным правителем. Мы приехали сюда, чтобы указать Максимилиану на его место. И для того, чтобы расширить границы нашего мира. Первая наша цель — крепость Сигитвар. Да благословит нас Всевышний. От тебя я хочу, чтобы ты взял в осаду и снова присоединил к моим владениям крепости, которые Австрия отняла у Трансильвании. Как прикажете, падишах. Да поможет тебе Аллах, да будет твой меч острым. Повелитель. Говори. Я получаю неприятные вести о Беллербейбу Дарслане Паше. Он объявил какого-то христианского ремесленника братом, заставил пройти церемонию обрезания, а после вынудил беднягу танцевать у всех на глазах. Но этим дела Арслана Паши не ограничиваются, повелитель. Он вздумал собирать дополнительные налоги со своих подданных. Более того, он без вашего разрешения взял в осаду одну из крепостей, что находится в руках у австрийцев. Доставьте этого негодяя ко мне. Я покажу ему, что значит унижать моих подданных и не подчиняться законам. Можешь идти. Бейлер-Бейбуда Арслан Паша. Повелитель четырех сторон света. Почему со мной так обращаются? Какую ошибку я совершил? Ошибку? Твоим поступкам нет оправдания. Ты притесняешь людей, ведешь себя неподобающе. Ты заставил сделать обрезание одному из моих христианских рабов, это правда? Нет, повелитель, это клевета. Поверьте, против меня плетут интриги мои враги. Ты собираешь налоги, не предусмотренные нашими законами. Без моего разрешения тревожишь крепости неверных. Это тоже клевета. Повелитель, я... Замолчи! Негодяй! Как ты смеешь? Твоим поступкам нет никакого оправдания. Я верил тебе земли, чтобы там соблюдали справедливость и порядок. А ты притесняешь народ! Я был слишком суров. Но все это касалось только христиан. Кто ты такой, чтобы разделять моих подданных? Уведите! Повелитель, я не виновен, прошу вас, пощадите! Повелитель! Повелитель! Я очень виноват. Но прошу, пощадите. Повелитель, пусть придет главный лекарь. Быстро. Повелитель. Повелитель. Дай мне лекарство. Чего? Сейчас, быстрее. Повелитель.
Соколу. Ты поведешь армию в бой. Нет мне покоя, пока не падет Сигитвар. Как прикажете, повелитель. Сигитвар. Наши пушки с самого утра бьют по стенам крепости, повелитель. Как вам известно, Сигитвар состоит из 4 башен, которые окружены рвами. Янычары нападают на башни при первой возможности, повелитель. Мы уже нанесли врагу большие разрушения. Мне нужна победа, Соколу. Неопределенность лишает меня сил. Иншалла, мы в скором времени одержим победу.
Дорогу! Султан Сулейман хан Хазретлери! Каково положение, Соколу? Повелитель, Сигитвар сопротивляется. Командующий Миклыш Зрини обороняется и никак не хочет сдавать свою крепость. В этих условиях... Вертай, Фаша, говори ты. Великий визирь Мехмед Паша сказал вам правду. Хасанага. Скоро уже зима, мой повелитель. Скорее всего, нам придется отступить. До весны мы закончим все приготовления, и тогда сможем предпринять более массированную атаку. Ждать весны мы не будем. Мы ведь не первый раз ведем такие сражения. И Аллах всегда помогал нам, несмотря ни на что. Я уверен, что и теперь удача не отвернется от нас. Я всегда останавливался, когда удача была не на моей стороне, но сейчас все иначе. Сигитвар очень важен для меня. Сигитвар не просто крепость, которая оказалась в руках врага. Сигитвар — это моя вера, моя надежда. Храбрецы! Мои воины, которые поднимают свои мечи, выкрикивая имя Аллаха и опускают их с имени великого пророка на устах! Я призываю вас поднять свои мечи и идти в атаку на врага! Сегодня удача будет на нашей стороне! Великий Аллах! Молитвы и ветер нам помогут! Ничто не помешает нам победить! Идите вперед! И до заката солнца Сигитвар падет! Мы победим, и я верю в нашу победу! Да здравствуй, Падиша! Да здравствуй, Падиша! Да здравствуй! Кютахья. Thank you.
Повелитель! Повелитель! Немедленно позовите лекаря! Повелитель! 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 Ibrahim.
Сулейман. Сын султана Селим-хана. Сын Хафсы Айше Султан. Десятый падишах Великой Османской династии. Я Сулейман, правящий миром, поставивший на колени Восток и Запад. Я пришел из земли, туда же и уйду. Голос друга зовет меня. Что происходит с сердцем, когда человек умирает? Что остается, когда кровь и душа уходят? Разум не в состоянии понять это. Только сердце знает правду. Это большой праздник, радостная встреча. Благодарность Всевышнему за великолепную жизнь, которой удостаивают не каждого раба. Над моей головой простерлось небо. Среди гор моих дует свежий ветер. Корни мои ушли в глубины. Я Сулейман. Ни трона, ни венца. С собой забираю только любовь и дружбу. Я ухожу, чтобы пробудиться. Знайте это. Знайте и помните. Конец правлению. Нет больше печали и грусти. Конец сну. Нет больше власти. Нет больше венца. Я пришел в этот мир с пустыми руками, с пустыми, и ухожу. Только горстка земли осталась. Пусть все знают, что жил на этом свете один Сулейман, беспомощный раб Всевышнего Сулейман.